Воркаут – это любительский вид спорта, включающий в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, на турниках, брусьях, шведских стенках и просто на земле. Любители данного направления в гимнастике молоды, полны сил, энергии и энтузиазма сделать этот вид более популярным. Сегодня показываем. Чисто элементы акробатики. Не такое движение, как вообще, в принципе, мы занимаемся, но здесь просто мало предметов, которые можно задействовать для самого этого спорта. Просто акробатика. Воркаут-тур «Силы Беларуси» собрал несколько десятков сильных духом. Не только приезжие, но и солигорские спортсмены из команды «Спортим» продемонстрировали собравшимся зрителям свое мастерство. Номера поражали воображение. Юные гости пытались повторить хотя бы часть из них, и некоторым это удавалось. Общение, новое знакомство и тренировки на все группы мышц, а также дружелюбная и уютная атмосфера – все это способствует решению основной задачи тура – привлечению молодежи к здоровому образу жизни. После тура мы хотим сформировать республиканский корпус инструкторов, где в каждом городе будет стоять инструктор и проводить бесплатные тренировки для всех желающих. То есть это и есть основная задача – оторвать молодежь от компьютеров, от телефонов и приобщить к активному и здоровому образу жизни. Воркаут набирает популярность у молодежи во всем мире. Увлечение не требует затрат на спортзалы и фитнес-центры. Тренировать мышцы, развивать силу и выносливость можно везде – дома, на улице или на работе в свободное время. Главное – найти перекладину и другие подручные вещи. Ребята, за здоровый образ жизни. Именно у таких спортивных и жизнерадостных юношей можно поучиться тому, как провести свободное время не только приятно, но и полезно. Ничего сложного нету. Все как бы в голове, в зависимости от того, как ты воспринимаешь движение. Это все время движения. Это просто делаем движение. Просто кто-то делает воркаут, кто-то акробатику, кто-то прыгает прыжки. Грубо говоря, движение. Мы попросили государства, чтобы открыли этот проект для того, чтобы прокататься по всем городам Беларуси и показать людям, что можно не просто жить, не просто сидеть дома и смотреть компьютер, а можно заниматься реально крутыми делами, заниматься воркаутом, паркуром, акробатикой, чем угодно, лишь бы это было круто и для развития человека. Воркаут на самом деле занятие для каждого, и девушки тут не исключение. Солигорчанка Диана в этом спорте не так давно, но уже весьма преуспела и может дать фору некоторым представителям сильного пола. Мне друг рассказал, что, мол, есть такой вид спорта, я такая, ну, надо посмотреть. Пришла, увлеклась, попробовала, мне понравилось, начала продолжать это дело. На самом деле очень тяжело, но нужна мотивация, нужна поддержка, моральная, так и физическая. Ну, в принципе, это очень интересно и забавно. Красота движений, ловкость и грация, с которыми выполняются гимнастические элементы, впечатляют. Среди всевозможных кульбитов парни демонстрировали различные элементы – от подтягивания на одной руке до сложных стоек. Наисложнейшие элементы зрители награждали аплодисментами. Солигорск встретил вообще шикарно, как родных, не знаю, очень гостеприимно. Вот, организаторы молодцы, очень хорошо организовали. Пришли ребята тоже местные воркаутеры нас поддержать. Тоже у них отличный уровень подготовки. Во время перерыва между выступлениями спортсменов была организована конкурсная программа, участие в которой смогли принять все желающие. Для девушек упражнение «Планка». Парням же предстояло выполнить максимальное количество отжиманий. Победители получили призы от организаторов. Республиканский тур по воркауту проходит при поддержке администрации президента Республики Беларусь и Министерства спорта. О том, что этот спорт набирает популярность и у него есть будущее, свидетельствует появление новых спортивных площадок.